Как мы рассказали, самые востребованные специальности в Стерлитамаке – рабочие. Наш опрос сегодня посвящен редким и несуществующим специальностям. Знают ли горожане, что такое шреддер, квадрокоптер, маркшейдер, тит-тестер, стрингер и шоколадный хирург? Кто такой маркшейдер? Не знаю. Это, наверное, что-то связано с геологией. Нет, ничего не знаю. Не слышала про такое. Ну, это геолог. Честно говоря, не знаю. Человек. Кто такой тит-тестер? Чай тестирует кто? Кто такой стрингер? Стрингер? Тот, кто носит стринги. Понятия не имею. А кто это? О, нет. Нет, не отвечу, молодые люди. Наверное, что-то связано с бегом. Шреддер? Нет, ребят, не знаю. Ну, это, наверное, из фильма какого-то там. Это, наверное, спортсмен, наверное. Это кто-то из фильма? Чего? Квадрокоптер. А я не знаю. Я даже не знаю, что такое. Не знаю. Шоколадный хирург? Хоть я медработник, а не скажу, что это за шоколадный хирург. Кондитер, наверное. Шоколад производит, что ли? Кто делает изделия из шоколада очень красиво. Хирург, у которого все в жизни удалось. Черт побери, вы застали меня врасплох. Ну, кино было такое, по-моему. Хирург, который сделан из шоколада. Маркшейдер – это серьезная профессия. Маркшейдеры занимаются геологоразведкой. Тит-тестер – это дегустатор чая. Ну а стрингер – внештатный корреспондент, работающий в опасных условиях. Три других предложенных нашим корреспондентам слова к профессиям не имеют никакого отношения. Шреддер – это офисный измельчитель бумаги, квадрокоптер – летающее радиоуправляемое устройство, а шоколадный хирург, как ни странно, это морская рыба.